Ух ты! Кошелек! Интересно, что там? Ничего себе, здесь же целая куча денег! Никого нет. Значит, можно взять кошелек себе. Так, сейчас посчитаю, сколько здесь денег. 30-40. Ого! О, а что ты там принес? Я тоже видела. Показывай. Да ничего, вам просто показалось. Уходите давайте, я тут занят. Вот, занят. Ну и ладно, жадина. Ого, да тут целый миллион. А это значит, что я миллионер. Так, ну я же порядочный человек. И я должен вернуть вот эти деньги. Только полиция уже закрыта. Отнесу их, наверное, завтра. Пойду лучше перекушу. О, ты вовремя. Садись за стол, я кашу сварила. Кашу? А я не хочу кашу. Есть что-то другое? Есть еще суп в холодильнике. Нет, такое кушать я не буду. Эх, и что же мне делать? Не ходить же голодным. Я заслужил покушать. Возьму немного денег, а остальное верну. О, вот это вкусняшка. Не то, что всякие каши там. Ой, не вовремя закончилось. А что, если я еще немножко потрачу и куплю себе вкус на мамы? Отличная идея. О, теперь мне точно хватит перекусить. Так, где там мой телефончик? О, можно и кино посмотреть. Только какой-то тут экранчик слишком маленький. А что если... это уже побольше. Но все равно маленький. Так, а что если я возьму еще чуть-чуть? Никто же не заметит. Вот чуть-чуть возьму. О, вот так. Теперь и смотреть удобнее. О, а откуда у нас новый телевизор? Так он не новый, а старый. Но я ведь вижу, что он новый. А где ты его взял? В магазине. Значит, ты купил себе новый телевизор. А нам с Америкой что купил? Да, она. Или ты про нас забыл? Да, конечно, не забыл. Ваши подарки в машине. Вы давайте идите, а я вам скоро принесу, окей? Ну смотри, пошли, Олег. У меня нет другого выбора. Придется покупать подарки. Ну вот, это для вас. Сладости для мамы, пупси для Америки. Спасибо, пап, это хороший подарок. Ну теперь мама с Америкой с подарками. А я тоже хочу подарки. Возьму еще немного денег. Не могу же я быть без подарков. Вот это я себе подарок купил. Теперь все по-честному. О, ты тут развлекаешься? Да, ты только не мешай мне. А дай мне поиграть, я тоже хочу. Я только начал, не трогай, уходи. Ты же уже играла, а не, давай. На, держи, только аккуратно. О, прикольно. Теперь мне скучно, что бы поделать? Вот были бы у меня денежки. Ну, эти я не буду брать. Я просто посчитаю, сколько их тут. Ну, тут еще много. Можно еще немножко потратить. Тут только вот дома скучно. Делать тут нечего. Нужно куда-то поехать. Так, сейчас мы поищем, куда бы пойти. Так, каток — это скучно. Цирк надоел. Вот бы на море. Только на машине туда не доехать. О, придумал! Так. Я куплю самолет и полечу на море. О. Олё, я хочу купить самолет. Только вот водить пока не умею, но я быстро научусь. У меня деньги есть. Алло, прием, алло. Эх,
самолет мне не продали. Значит, море отменяется. Привет, папочка. Смотри, какое у меня красивое и новое платье. О, классно выглядишь, Амелька. Красивая одежда. Спасибо. А ты когда купишь новую одежду? Твоя уже старая. Я что, плохо выгляжу? Сейчас я так оденусь, что все обзавидуются. Ну все, теперь все будут видеть, что я крутой. Ничего себе, ты выглядишь как король. Ну спасибо, я просто немножко приоделся. И мне медаль дали за это, кстати. А что ты хотела? Мне не получается сделать домашку. Давай сюда, я был отличником по физкультуре. Сейчас все решим. Кто придумал эти задачи? Даже я не могу их решить. Ну что, решил? Да подожди. Иди погуляй пока, съешь конфетку. Ну ладно. Ой, стыдно перед Амелькой. Нужно что-то придумать, чтобы она не подумала, что я двоечник. Алло, это школа Амельки? Ага. Тогда это, я хочу купить вашу школу. Ага. И сразу передайте всем, что домашнее задание отменяется. До свидания. Пап, представляешь, у нас новый директор. И он сказал, что у нас больше домашки не будет. Так что, значит, больше не нужно решать, да? Уже нет. Уху, как я выкрутился. В честь этого нужно себе еще что-нибудь прикупить. Как хорошо быть миллионером. О, пап, какой-то ты странный. И что это за новая одежда? Так это подарки были от Деда Мороза. Не обманывай, Дед Мороз не дарит столько подарков. А у меня особенный Дед Мороз. Там еще и Бабушка Мороз. А это что такое? Давай сюда. А, ничего. Я все знаю, признавайся. Что? А как ты узнала? Я никому не рассказывал. Да и так понятно, что ты выиграл 1 000 000 в лотерею. А, да, да, выиграл. И что, ты думал скрыть от нас столько денег? Ну, вообще-то да, они же мои. Не, делись. Так нечестно, мне и самому мало. Делись со мной, или я расскажу все о Мельке. И тогда тебе придется купить на все деньги игрушки. Ну хорошо, я тебе куплю все, что ты захочешь. На. Ура! Давай купим новую мебель. Да мне и наша нравится. Я лучше игрушки куплю. Ну ладно, ладно. Дай мне еще немножко денег, и я схожу на шопинг. Иди уже. Так, нужно спрятать оставшиеся деньги, чтобы мама не нашла их и не потратила. Так, такую стопку денег так просто не спрятать. Спрячем немножко здесь. Немножко здесь. И немножко в домике Барби. Слушай, ты мне дал так мало денег, что я уже все потратила. Что? Да я тебе столько денег дал, я бы за год столько не потратил. Где ты вообще была? В магазине и в салоне красоты. Так ты это, дашь мне еще денег? Да не дам, я и так тебе уже много дал. Не хочешь давать? Тогда я сама возьму. Эй, а где все деньги? Уже закончились. Ты их спрятал? Быстро показывай где. Я же сказал, у меня их нет. Ладно, я сама их найду. Так, прочитай книжку. Ух ты, какая новая закладка. Тут деньги, я могу купить все, что захочу. Так, я сейчас буду работать, а ты иди. Спасибо, пожалуйста. Хорошо. Так, а я сейчас посмотрю телевизор, а потом начну. Ого! И у них тоже столько много денег. У Барби много так денег. Класс! Куплю себе новые игрушки, мороженка, сладости. Класс! Фух, еле спрятал свои денежки. Эй, а где мои деньги? Мама, это ты взяла мои деньги! Что? Ты же сказала, что они закончились! Вы за деньги моих кукол? Я уже их потратила! Эх. Открывайте, это полиция! Мы знаем, что кошелек у вас! О нет, они пришли за деньгами! Нужно их вернуть! Но мы же все потратили, что теперь делать? Теперь нас арестуют. Вы арестованы. Выходите с поднятыми руками. Фу, приснится.
что же такое? Пойду расскажу маме. Вот это да. Мам, представляешь, мне тут такое приснилось. Мне тоже приснился страшный сон. В моем сне мы были миллионерами. Только нас хотели арестовать. А в моем... Погоди, нам приснилось одно и то же? О нет, смотри!